рассказывая свою историю, я переосмыслила многое в своей жизни. Я встретила новую себя, стала намного увереннее. Теперь я взрослый человек с сильным сердцем. Это ощущение дает мне энергию, чтобы идти дальше по своему жизненному и творческому пути. Учеба за границей в первую очередь делает тебя самостоятельным и ответственным, учит находить подход к представителям разных культур. Но самое главное, ты учишься находить выход из любой трудной ситуации. Я напомню, у нас в гостях была Сян Юнин, студентка из Китая. До новых встреч в эфире.